Привет, с вами Каян. Сегодня мы открываем большую коробку опыта. Ух ты! Что сверху там, Калюш? Сверху инструкция. Инструкция. Давай ее мне. Пластилин! Пластилин там есть. Пакетики. Какой-то кулечек. Что это? Желатин. Это пищевая сода написано. Пищевая сода. Это что, Куль? Краситель. Краситель. А вот тот зеленый пакетик ты положил. Это что такое? Не знаю. А покажи сюда. Это семена. 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 Да, зеленый базилик. Пластиковые шарики. Пенопластовые шарики вижу. А ну тут написано, что там. Оно кукурузный крахмал. Дальше. Как это в самолетике вырезать его надо будет, наверное. Ну да. Дальше. Стаканчик с крышкой пластиковый и простой одноразовый стаканчик. Угу. Салфетки. Салфеточки. Цветочки. Какие-то юлы. Покажи, что за юлы. Кружочек разноцветный. Вот какая-то каска. На гуашь похоже, да? Фу, воняет она. Ой, какие тарелочки. Две штучки. Угу. Машина Гаюса. Е-ей! Теннисный шарик. Так, вороночка такая, да. Ой, сколько там фасоли. Фасолинки? Угу. Это что? Какие-то бумажки, что написано. Фильтровальная бумага. А это... зубочистки и веревочка такая, как бечевка. Еще две зубочистки. Ой, зубочистки, наверное, выпали оттуда дальше. Трубка. Трубочка. Шар. Какой шар? Воздушный? Да. Лупа. Ух ты, лупа даже. Зачем лупа? Интересно, будем микробов рассматривать. Ой, это пипетка такая, Коль. Интересные опыты уже будут. Мы... кисточка. Интересно, не будем пальцы рисовать? Пальцы? Не знаю. Ну что, все? И ложка. Ложка. Сейчас я выберу какой-нибудь опыт, и мы с тобой сделаем его. Мы приготовились сделать опыт, который называется «Куда делся запах?». Надо балка с... банка с крышкой, духи. С маквином. Угу. Туалетная вода, любимая Кольна. Еще сладкие палочки. Кукурузные палочки, да? И крышечку покажи. И крышка для банки. Так. Чего начнем? Нам нужно брызнуть несколько капель аромата в банку. Посмотри, где вперед, где брызгалка. Вот. Вот, прям в банку поцелься, внутрь. Попал. Пахнет там, понюхай. Да. Возьми кукурузные палочки и насыпь туда в баночку. Надо попробовать, правильно. А теперь бросай туда. Угу. Их туда не все влезут. Бросай, бросай, посмотрим, сколько влезет. Ну, надо, чтобы дно покрыло, само дно покрыло банки. Чтобы все дно покрылось им. Чтобы дна не было видно. Ну что? Все, не видно? Вот еще видно. Ну, давай. Дырка большая. Все. О, теперь накрываем крышкой банку. Понюхай, пахнет там еще духами? Да. Закрываем крышкой банку. Нет, плотно закрывай, переверни. Вот. И отставляем это на 10 минут. А потом мы узнаем, куда денется запах. А пока мы сделаем другой опыт. Следующий опыт называется «Танец зубочисток». Что нам понадобится? 5 зубочисток. И
пипетка и вода. Вот, да, правильно. Коля ломает вот так зубочистки. Ну, надо прямо по центру поломать. Угу. И выложить из них что? Снежинку. Прямо по центру старайся. Вот, вот так поломать, но не до конца, надломить. Вот такую снежинку, правильно. Так. Такая снежинка получилась. Давай пипеткой в самый центр, давай. Воду выливай. Лей, лей, лей. Ой, смотри, смотри, смотри. Она шевелится. Смотри. Смотрите, она стала... Чем она стала, Калюна? Звездой. Звездой. Крутяк. Классно. Интересный опыт, да? Пятиконечная звезда получилась. Супер, видишь? Стали волокна расширяться. Класс. От воды. Расширились. О-о-о, еще больше расширяются. Вообще красивая звезда. Была снежинка, стала звезда. Класс, да? Сейчас мы сделаем опыт. И раздела занимательная химия. Что за опыт? Будем делать многослойный коктейль. Многослойный химический коктейль. А пить его можно будет, Коль? Нет. Нет, потому что там не очень-то и съедобные компоненты будут. Да? Какие компоненты? Что первое? Бальзам. Бальзам для волос. Он маме не нравится, и мама отдала нам. Да, пожертвовала. Вода, стакан воды. Подсолнечное масло. Ложка. Пипетка. Стакан. И бокал для коктейля. И что и еще? Краситель. Какого цвета? Красного. Что нам надо первое? Бальзам. Да. Открой бальзам. Открываем, наливаем. А ну-ка, давай давить. Вот, аккуратненько вниз. Нам нужно его надавить. Ну все, заполнили мы бальзам. Теперь нам надо воду добавить, краситель. Окрасим воду? В красный цвет. Стол мы уже окрасили, похоже. Давай. Немножко, так много не надо. Тоже. Красивая, да, такая смесь получилась. Все, хватит уже, наверное. А теперь ложи ложечку в бокал. Так. Коля как бармен. Так бармены делают, разливают коктейли аккуратно. Надо аккуратно лить на ложечку, чтобы слишком оно не брызгалось. Вот, молодец. Ух ты, красотень какая. Выливай, выливай. Коля, смотри, уже два слоя. Вытаскивай ложку аккуратно. Супер! Что осталось нам налить? Набираем пипеткой наше масло подсолнечное. Ой, там такие бубырки. Ну подожди, давай я ближе сниму, как ты их туда запускаешь. Давай добавляй еще масло. Просто пипеткой очень красиво получаются бульбашки такие, да? А ну прямо под воду теперь опусти пипетку под воду. И там давай делай бульбы. Не все в одну бульбу сливается. Давай вольем сразу все. Ого, ух ты! Красота! Классный коктейль у тебя, Колян, поздравляю! Ты захотел стать барменом? Бармены, они постоянно вот такое что-то смешивают. На, трубочку вставь. Класс! Ты хочешь подуть? О-о, готовимся. Дуй туда. Только в себя смотри, не втяни. Ой! О!
Ой, не надо! Все, Коль, это плохая была идея. Сейчас мы будем делать опыт из раздела «Занимательная физика». Он называется как? Чудо-волчок. Что нам понадобится? Бумажка. Она из набора. Зубочистка. Зубочистка из набора. Ножницы. И наши ножницы. Нам нужно вырезать вот этот красивый разноцветный шар. Коля вырезал. Получился у Коли такой маленький шарик. Потому что Коля слишком много обрезал, да, Колечек? Угу. И теперь нам нужно в центре проткнуть вот этой вот, да, зубочисткой. Молодец. Проткнули. Теперь нужно поставить острым концом на стол наш и раскрутить. Ух ты, крутяк. Смотри, ты смотришь. Смотри, тут цвета внезапно становятся нераспознаваемые и размываются почти в серый. Ну, давай. О, смотри, цвета вообще непонятные, да? Оно еще. Ну что, давай проверим наш опыт. Исчез ли запах? Давай. Мне интересно. Тебе интересно, Коль? Да. Нет. Не исчез запах? Пахнет, да? Но их уже кушать нельзя, Коль. Они пропитались этим запахом, уже нельзя. Но запах есть все равно, да? Чу? Опыт обманка. Может, надо было... Коль, может, надо было целую банку насыпать, да? Как наш опыт называется? Газон на столе. Да, но мы наш газон усложним. Мы его будем сажать не в салфетки, как здесь написано, а будем прямо в землю. Да? Может, у нас вырастет полноценный газончик? Но мы не газон будем садить на самом деле. А что мы будем садить? Салаты. Один крест-салат и базилик. Зеленый базилик. Потом будем добавлять в блюдо это, да? Да. Давай. Равномерненько. Коля, ты чувствуешь себя огородником? Нет? А садовником? Так. Что теперь нужно? Нужно их аккуратненько туда попросовывать вглубь земли, да? Зарыть. Оттуда, а потом они вылезут. Да, мы их поставим на самое теплое, светлое место. Можем даже под лампу поставить, чтобы вообще быстро выросли. Давай, что теперь? Побрызгать. Давай, побрызгаем. Только не слишком близко, чтобы не размыть землю. И семена, чтобы не размылись. Равномерно, не одном месте, да? Вот, они любят влагу, и тогда они быстренько прорастут. Ну все, хватит, наверное, да? Чтобы грязь не получилась, да, Калюш? Да. Что теперь мы сделаем? Закроем. Мы сделаем тепличку, да? Чтобы им там было совсем-совсем хорошо. Ну что, готово у нас одно? Это крест-салат мы посадили, по-моему, да? Что теперь будем сажать? Базилик зеленый, да? Посадка окончена. С
следующем видео встретимся, и я вам покажу результат этих опытов. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Пока, Колян. И растворился. Такая слизь, которую добывать очень сложно.